В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН приняла решение об учреждении новой памятной даты – Международного дня дружбы. Дружбу во все времена почитали величайшим нравственным мерилом и ценностью. Этот дружелюбный праздник отмечают 30 июля. Международный день дружбы в 2020 году отметит свой 10-летний юбилей. История праздника. Предпосылкой возникновения новой даты Международного дня дружбы стали декларация и программа действий в области культуры мира и Международного десятилетия культуры мира и ненасилия, охватывающий период с 2001 по 2010 годы. Подводя итоги этой полномасштабной акции, ООН на своей 65-й сессии в апреле 2011 года предложила выбрать соответствующий день в календаре 30 июля. И тогда же государствам и международным организациям сосредоточиться на проведении всякого рода мероприятий, направленных на развитие диалога и взаимопонимания между странами. Человечеству было предложено вспомнить о том, что все мы, вне зависимости от расы, пола, религии, единая семья на нашей единственной планете. Значение Международного дня дружбы трудно переоценить, поскольку перед современным миром по-прежнему стоит большое количество вызовов, голод и нищета, насилие, нарушение прав человека, нетерпимость людей по отношению друг к другу. День дружбы направлен на сокращение ксенофобии в обществе, улучшение взаимопонимания между представителями самых разных национальностей и вероисповеданий. Традиции праздника. В связи с тем, что праздник отмечает во многих странах мира, то и традиции, связанные с ним, в каждом государстве сложились разные, в зависимости от обычаев местной культуры. В России, например, День дружбы проводятся мероприятия, посвященные укреплению взаимоотношений между нациями. Одной из главных целей проведения праздника выступает привлечение молодежи к общественной деятельности, направленной на восприятие различных культурных течений, взглядов и образа жизни. В мире вот уже несколько лет успешно действует международный онлайн-проект по обмену почтовыми карточками и марками. Это хобби, объединяющая тысячи людей из разных уголков планеты. Интересные факты. Первое. Теплые отношения действительно характерны не только для людей с себе подобными. Дружат лошади, шимпанзе, слоны, акулы и дельфины. Второе. Исследователи утверждают, что дружба продлевает жизнь и защищает человека от разного рода заболеваний. Третье. В друзьях гораздо больше, чем мужчины, нуждаются представительницы прекрасной половины человечества. И четвертое. Согласно недавно проведенному социологическому исследованию, самым дружелюбным из городов является австралийский Сидней. Из национальностей самыми общительными признаны бразильцы и филиппинцы.